Здравствуйте, с вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Сегодняшний обзор посвящен довольно крупному астрономическому биноклю. Знакомьтесь, модель Арсенал 15х70 от украинской торговой марки. Бинокль поставляется в серебристой коробке с надписью «Арсенал» и маленьким стикером с наименованием и описанием характеристик модели. Внутри мягкая плотная сумка с ремешком регулируемой длины и с застежкой-липучка. В сумке вместе с биноклем находим довольно узкий нашейный ремень, салфетку для оптики и инструкцию. Бинокль крупный, корпус поликарбонатовый, негерметичный. Резиной покрыты только объективные трубки и вкладыши на призменных блоках. Цвет этих вкладышей может меняться от поставки к поставке. Колесо фокусировки с резиновым рифлением, хотя и крупное, но достать его довольно сложно, особенно короткими пальцами. Ход фокусера небольшой, в меру тугой, заедания отсутствуют. Крышка окуляров сдвоенная, из мягкой резины с одной проушиной для крепления. Крышки объективов раздельные, из такой же мягкой резины, без крепления. Не забудьте их на месте наблюдений. Наглазники тоже резиновые, нерегулируемые, большие и высокие. Они мешают поймать выходной зрачок, и нам пришлось их завернуть. Окуляры крупные, с диаметром глазных линз 23 мм. Просветление синих и фиолетовых оттенков. Правым окуляром производится коррекция диоптрий. Объективы бинокля имеют просветление насыщенных зеленых и фиолетовых тонов, а окулярные тубусы – неплохое чернение с множеством антибликовых проточек. Изображение, как для бинокля с 15-кратным увеличением, довольно яркое и контрастное. Цвета совсем чуть-чуть смещены в теплые тона. Насыщенность нормальная. Хроматизм едва заметен и не бросается в глаза. И только вблизи полевой диафрагмы картинка портится, сказывается виндетирование и кривизна поля. По нашей системе бинокль получает 7 баллов из 10. Бинокль Арсенал 15х70 показал себя с хорошей стороны и, пожалуй, не уступает аналогичным моделям более именитых брендов. Мы смело можем рекомендовать его для наблюдения протяженных астрономических и удаленных земных объектов. При длительных наблюдениях желательно применять штатив. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.